Украине, в России. Я просто хотел вам вопрос задать. Давайте представим, что здесь в Израиле живете. Да, вы евреи, правильно? Неважно, евреи, русские, русские живете. Допустим, какая-то часть. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Павел. Я так понимаю, что вы увидели в интернете объявление об этой выставке и да, решили, Фейсбуке, что вам нужно ее посетить. Фейсбуке, да, почему вы решили, что вам нужно здесь быть? Потому что я смотрю на эти фотографии, вот написано «Дети средней школы номер 13». Моя жена там училась в этой школе. Я жил там, недалеко. И в Славянске у меня по сегодняшний день друзья и родственники живут. И поэтому все, что там происходит, конечно, не остается без... Когда вы смотрите на эти фотографии, что вы думаете, что вы чувствуете? Я думаю о том, что тот, кто это все затеял, он сделал большую глупость. Не глупость, а преступление. Он совершил большое преступление. На иврите есть слово цедек и цадик. Так вот, Путин не цадик. А вы считаете, что он нет, делать? Путин не цадик, но он цадек. Он прав. Он прав. Путин не... Да, он не праведник, но он прав. Он прав на все 200%. Если бы Лавров раздавал в Турции, приехал и раздавал печеньки и говорил: «Курды, мы вас поддерживаем», а потом бы поехал в Испанию и раздавал бы баскам и тоже говорил: «Мы вас поддерживаем», а потом бы поехал в Шотландию и там бы раздавал печеньки, и куда бы смотрела вся эта дерьмократия европейская. И... Поэтому кровь не обманешь. Кровь, она такая вещь, как отпечатки пальцев. Если в крови написано «Барак Хусейн», так он Хусейн и есть. Это я говорю как гражданин Израиля и как человек, проживший на Украине 44 года, не самые худшие годы в своей жизни. Поэтому меня это все возмущает. Но, с другой стороны, сидя здесь на диване у себя в квартире и из нашего прекрасного далека, я не могу 100% дать оценку тому, что там происходит, потому что мы объективной информацией не очень владеем. Тогда возникает в связи с этим, почему вы говорите, что вам не хватает объективной информации здесь? Вы откуда черпаете информацию? Я черпаю из российских каналов, из израильских каналов, из газет, из интернета, от друзей и так далее. А? Украинский я принципиально не смотрю, потому что здесь он 1+1, я его принципиально не смотрю. Что сказать по поводу российских и израильских каналов? Значит, израильские каналы израильские каналы, по моему мнению, они проукраинские, в смысле пропорошенковские. Они не утруждают себя. Они не утруждают себя объективно. Хотя 9-й канал мог бы это и утрудить, потому что у них они там были. Они же приезжали, славянские репортажи вели. С какой стороны? Они приезжали, просто вели репортажи, да, и все. Это не дочь, который приехал после всего. Вы смотрели, на чем они приезжали? Нет, я не видел. Да, Я не видел, на чем они приезжали, но я знаю одно, что объективности им тоже не... То есть как это объективно? Они по-своему... Они могли бы быть объективными, но почему-то... Не, объективные... Даже те, кто живут в одном и том же городе Славянске, сейчас они оценивают ситуацию по-разному. Поэтому, когда мы все бывшие жители Славянска, которые теперь оказались в Израиле, в Германии, в Америке, мы не можем навязывать свою точку зрения тем, кто там живет. Они там живут, они этим дышат. А мы можем это с сожалением смотреть и оценивать это как трагедия. Но у каждой трагедии есть автор. Этот автор находится у нашего, так сказать, в семье должны быть папа и мама. Семья, где есть только папа или мама, это не полная семья. И вот когда Америка хочет быть, чтобы она хочет быть и папой, и мамой, и бабушкой, и дедушкой, это плохо.
Это плохо. Вы считаете, что Америка была инициатором всех этих людей? Нет, так она была раньше еще. Она с Майдана, Ющенко, со всех этих, со всех. А в Грузии получилось, в Киргизии получилось, где там еще, в Югославии безболезненно. И что хотят, то делают. И сейчас, что хотят, то делают. Ну, поэтому я благодарю вас за это, вот, возможность посмотреть эти все фотографии. Вы эти фотографии встречали? Да, видел. Нет, я имею в виду в израильской встрече. В израильской нет. Нет, в интернете я видел. В израильской, пресса. Потому что Америка — это икона. Вы считаете, что в Израиле есть какие-то отдельные истории, канал, портал, сайт, который объективен? Я все не знаю. А что такое объективность? Объективность — вещь относительная. А то есть это когда показывают две стороны, те, кто... Нет, это объективный — это тот, кто показывает обе стороны. Дает оценку. Не надо давать оценку. Надо показать. Вот так, а вот так. Израильских нет. И даже девятый нет. Путин и русскоязычный мог бы, по крайней мере. Хотя я так чувствую, что все-таки среди новых репатриантов, тех, кто здесь живет, больше процентов те, которые за Украину. Как? Я все понимаю, но я хочу сказать одну вещь, что создавшейся ситуации, когда на человека наваливается столько информации, и эта информация постоянно капает, добавляют, и односторонне, некоторые начинают просто: а зачем оно мне нужно? А может быть и правда? А что это такое? А откуда в Славянске у бабы Кати взялась такая берданка или рогатка, по которой она самолет, и там вертолет сбила? Нет, значит, кто-то ее привез, откуда в Славянск привезли? Откуда? Мне задавали такой вопрос. А я спросил, задал встречный вопрос. А кто такой Эрнесто Че Гевара, например? Он кубинец? А чего он, что герой Кубы? Как он, гражданин Аргентины или Уругвая, я не помню, стал героем Кубы? А кто такие были? А кто такие были в Испании, которые воевали во время войны? Наши, советские в смысле, воевали, бригады интернациональные и так далее. Значит, надо все смотреть относительно. Так, спасибо и вам, успехов, до свидания.